снова футбол для всех. Каждый днем лишь один из тех, тот, кто выбрал спортивный путь. Гимн Федерации футбола Одинцовского округа открывает фестиваль «Подмосковный Одинцово встречает Евро-2020». На поле стадиона в 8-м микрорайоне Одинцова идут игры взрослого чемпионата любительской футбольной лиги и открытого первенства округа среди детей. Организаторы, спортивный клуб «Олимп» и окружная федерация футбола выбрали для фестиваля необычный формат. Все команды стали сборными стран-участниц чемпионата Европы. Это очень полезно, но популяризация футбола, ну, она важна, на самом деле, чтобы наши дети занимались спортом, шли к чему-то и стремились, потому что, ну, все-таки футбол – это спорт номер один вообще в мире. Пожелал ребятам удачи перед игрой и профессиональный футболист Алексей Сутармин. Все его детство прошло в Одинцове. Здесь же он начал заниматься спортом. Сначала плаванием, но быстро понял, что это не его, затем футболом. Успехи и удовольствие от игры сделали выбор за Алексея. Сейчас он играет за петербургский футбольный клуб «Зенит». В целом вообще люблю спорт. Вот, конечно, могу и на коньках покататься. Вот, на лыжах нет, но я говорю, всякие различные, опять же, соревнования там спортивные люблю смотреть, так что, я говорю, спорт занимает очень важную часть моей жизни. Этим мальчишкам всего по 7 лет. Сегодня они играют за Нидерланды. Ребята активно участвуют в соревнованиях, беспрекословно слушаются тренера и уверенно забивают голы. А еще искренне надеются на победу, ведь у них самая лучшая группа поддержки, за них болеют родители. Да и умеют юные футболисты уже многое. Новые обыгрывания, новые финты придумываю я. И хорошо играю. Научился пасы передавать, всякие там зигзаги делать. Еще научился дружить со всеми. По условиям фестиваля футбола кубки и медали получили те команды, которые сыграли с таким же счетом, с которым завершились матчи их сборных на чемпионате Европы. Так, футболисты из гимназии Василия Великого и Краснознаменска, выступавшие за Швейцарию и Уэльс соответственно, сыграли в ничью 1-1 и получили свои награды. Помимо взрослого чемпионата и детского первенства, на фестивале работали и различные интерактивные площадки. Состоялись соревнования по чеканке мяча, конкурс пенальти, а дети исполняли песни. Конечно же, на тему футбола. Кожаный мяч, в небо взлетает и носится вскачь. Всем, кто отважен, желает удач. Кожаный мяч. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».